школе, а вот сейчас она возвращает все, что не добрала в плавании на спине, в том числе и на минувшей Европе, когда Кира Тусаев не дотянула до рекорда мира на 100 метровке в полуфинале, по-моему, 16 сотых, а в финале была отчаянная борьба между Машей Каменевой и Кира Тусаев, и я, честно говоря, голландке не завидовал. Маша могла и выиграть, но в итоге серебро. Сегодня мы смотрим полтинник. Каменева по четвертой дорожке сегодня утром уже 26.46 пробовала. Вместе с ними Саша Папуша была по ближайшей к нам дорожке, Даша Устинова по второй, Саша Куилкина по третьей, Маша Каменева по четвертой, Фесикова по пятой, Чмыкова по шестой, Надежда Винникова, Санкт-Петербург по седьмой, и Настя Кизи еще на нашей юниорке по дорожке номер 8. Но, как вы видите, здесь в одну калитку вопрос о рекорде страны. Надеемся и уповаем на судью информатора. 25.57. Вы знаете, 25.7, вы знаете, это в трех сотах от рекорда мира.